организован в 2010 году, то есть первый турнир, на озере Желтом, Днепродзорской области. Осенью он проходил в очень тяжелых погодных условиях. 72 часа проливного дождя и 96 из 96 победителями стали наши, ваши соотечественники, ваши односельчане. Команда Карпланд Вест его урога. Второй турнир у нас проходил на Медвежке, тоже в тяжелых условиях. Но там было все наоборот, там была очень сильная жара. Там заняла команда из России у нас первое место. Ну, в любом случае, я хочу вам пожелать, чтобы этот турнир прошел в хорошей дружественной борьбе и победил сильнейший. Я надеюсь, у нас не будет никаких эксцессов. Да? Да. Главный судья соревнования вытащит первый шарик с номером команды, это порядковым номером. Подходит команда, вытаскивает сектор и вытаскивает следующий порядковый номер следующей команды. Давай я буду говорить. Так, это у нас шарик. Понятно. Номер 5.